Часовой рукой. Раз, два, три, раз, два, три. Без видео, точнее. Да, без видео, на диван лег, как обычно. Ясно. Правильно. Надо или солидно выглядеть, или никак, да? Да, да, согласен. Уже просто нет сил. Да. Угу. Так, звука нет. Проверьте сейчас, пожалуйста. Так, где мне открыть так, чтобы я... А, ты в Facebook сейчас заходишь, я тебе сейчас, подожди, даже скину. На, я тебе скину, угу. Чтобы тебе потом удобнее было отвечать. Угу. Значит, так, плюсики есть. Я тебе скину сейчас это дело во Facebook. Так. У меня просто уже сложилось мнение об этих всех мероприятиях. Первоначально. Потом, соответственно, оно уже поменялось несколько раз. Так что... Ой, Никитка здесь. Никитка не поехал на этот самый, в Минск. А теперь, наверное, во Львов собрался. Ну, видишь, это самое. Мы со всех стран начинаем всех объединять. Проблема доехать. Я говорю, не было проблемы доехать. Не было проблем доехать. Я бы сказал прямо сейчас 100%, что я буду. Вот, то есть одна проблема... А ты еще и по вопросам или ты будешь? Не, я просто говорю, что это самое, по поводу... мы в любом случае все это как бы договариваться будем. Надо вопрос, как доехать до вас. Вот я реально, для меня это загадка. Если мне три раза лететь на самолете, то сейчас на момент какая ситуация? Это Москва, Минск, к вам куда-то прилететь, а потом, соответственно, уже там доехать надо будет. Ну, Москва, Минск, Львов. Посмотрим, мы планируем или трансфер делать. Там недалеко есть станция. Не остановка. Все, так, ладно, сейчас расскажем, так что там у нас народ уже набежал, не будем никого задерживать, так, включай запись. Так, всем привет, сегодня у нас 13 ноября, тема у нас сегодня не как в прошлый раз, смотрю, народ так много пришло, в прошлый раз лайв такой был забойный по поводу выбора товара осталось от меня, но это, думаю, на следующей неделе расскажу, а сегодня будет более расслабляющий. И мы сегодня про мероприятие будем рассказывать, я думаю, очень полезное. Это у нас Львов. Передаю слово. Да, всем привет. Я хочу наперед попросить прощения, если я где-то буду тупить, потому что в лайве я первый раз дожился, скажем так. Значит, маленький анонс нашего мероприятия. Ну, многие, кто слышали о львовском мероприятии в июне, которое проходило, по-моему, 7-8 числа, или 6-7, я уже не помню конкретно даты. В общем, после встречи в Минске мы увидели, что и нам передали слова очень многих участников, то, что непосредственно есть большая заинтересованность людей приехать, и, соответственно, что мы решили все-таки уже начать активный процесс организации, тем более, что мы это анонсировали еще, по-моему, летом, то, что мы планируем делать. В общем, где оно будет проходить? Это будет проходить в Карпатах, эко-курорт Иски. Место прекраснейшее для этого, имеет обалденный конференц-зал, большой, на человек 100-150. Вот, соответственно, плюс, понятно, да, зима, горнолыжные спуски, мы надеемся, что будет опять-таки снег, чтобы люди могли провести отличное время, да. И что самое важное, да, то, что именно вот этот форум, он между собой... Ну, точнее, не между собой, он под собой подразумевает то, что это будет отличный способ для того, чтобы и с одной стороны, грубо говоря, поработать, да, то есть это в любом случае, это, можно сказать, бизнес-мероприятие, и с другой стороны, приехать с семьей, то есть и провести как-то время также еще семейно. Соответственно, место мы выбрали для этого, мы считаем, очень-очень хорошо, в плане проживания там все, что надо, все есть. Что касается... непосредственно проживание. Да? Проживание будет входить в стоимость. На данный момент, по нашим просчетам, участие вместе с проживанием, вместе с завтраками, кофе, ну, грубо говоря, все, то есть будет входить в трехдневный форум, будет входить все в $200. Дальше. Что касается контента. Мы решили немножко отойти от того привычного формата, который это был во Львове в июне и в принципе, во многом повторился в Минске, мы хотим немножко, ну, как бы отойти от этого разделения четко, там, дропшиппинг, онлайн-арбитраж, private label, мы хотим добавить что-то новое. Новое – это что? Это новые перспективные темы, да? То есть, с одной стороны, мы хотим очень сильно, так, достаточно глубоко рассмотреть одну из самых перспективных тем – это Shopify. В принципе, вот я общался
по этой теме. Меня лично самого оно заинтересовало. Я думаю, многим амазончикам тоже это будет интересно. Это безумно перспективная, очень интересная тема. Дальше мы, в принципе, я могу сразу по спикерам и сказать, да, то есть кого мы на данный момент рассматриваем, да, и по Shopify мы приглашаем Евгения Сазанского, он, в принципе, по Shopify на данный момент один из самых лучших. Он мне скинул презентации, честно, и у меня самого было уже желание бежать и начинать заниматься Shopify, потому что, ну, честно, тема очень интересная, тема очень перспективная, я думаю, что нашим гостям будет очень интересно. Это дальше. Мы пригласили Юлию Павленко, она на данный момент представляет Укрпошту, и она будет рассказывать по поводу всех непосредственно аспектов работы через Укрпошту из Украины. То есть, ну, в принципе, на данный момент с Укрпочтой работают большинство продавцов, которые отправляют из Украины, поэтому, я думаю, будет очень достаточно интересно. Кто не работает с ними, возможно, будет, опять-таки, полезно узнать ту информацию для того, чтобы найти, грубо говоря, новых партнеров. Дальше. Тоже очень интересная тема – это торговля на Amazon Европа. Мы получили подтверждение об участии и о выступлении Юры Стецишина. Он выступал на одном из мероприятий Sales Hub и, можно сказать, так провал зал. Вот, то есть тема тоже должна быть очень и очень интересная. Дальше. В принципе, отойдя немножко от этой новой концепции, мы хотим рассмотреть дропшиппинг, но с точки зрения вот немножко нового подхода, то есть дропшиппинг, который будет официальный, который будет непосредственно с заключенными там договорами и, ну, с договоренностями с поставщиками об официальном дропшиппинге, который, грубо говоря, не нарушает правила Амазона со всеми инвойсами и так далее. Иван Денисюк будет выступать по этому. То же самое, я прочитал его текст, его выступление, который он хочет предоставить. Презентации еще не было, потому что, ну, рановато, в принципе, до этого готовиться. Но также безумно заинтересовало, безумно интересно, соответственно, будем работать. Дальше. Очень интересно, ну, мы хотим рассмотреть тему упаковки, то есть это упаковка всех товаров, которые отправляются на Amazon. Будет выступать Андрей Худай-Назаров, мастер своего дела, в принципе, во всех пониманиях хороших, да, но это вот действительно вот фанат своего дела, и лично вот мой контакт с ним, честно, очень положительные эмоции. Человек подходит с таким огромнейшим творческим, повторюсь, да, подходом к этому всему. Соответственно, безумно интересный контент должен быть. Дальше, в принципе, у нас есть один тайный спикер. Пока что мы подробности не раскрываем. И по всем остальным темам, у нас есть еще набор из тем. То есть мы, опять-таки, сегодняшний лайв, одна из его цели, да, но не только, грубо говоря, проанонсировать, также мы хотим, соответственно, сделать что? Мы хотим пригласить спикеров по темам, по которым мы спикеров еще не нашли. То есть я думаю, что сообщество в этом поможет. Нам было бы интересно кого-то, кто очень хорошо имеет очень хорошие результаты по хендмейду на Амазоне. Очень интересная, перспективная тема. У меня есть человек в Шанхае, который занимается хендмейдом на Etsy хорошо. О, также Etsy, да, вот как раз, видишь, мы подняли с тобой тему хендмейда. Ну, у всех вообще знакомые есть, я из-за этого говорю. Хендмейд, Etsy, оно очень сильно пересекается. Дальше, мы бы хотели еще поднять вопрос торговли продуктами питания из Украины, из России. То есть, грубо говоря, это вопрос по оформлению вот этих вот Food and Drugs Administration, этих всех сертификатов и так далее, потому что тема интересная. Дальше, мы бы с удовольствием пригласили бы спикера, который имеет богатый опыт по электронной коммерции в Украине, да, то есть торговли там с розеткой по выходу на вот эти онлайн-площадки в Украине. И что бы очень нам интересно было, я надеюсь, может, у кого-то есть контакт, есть отличная украинская компания UGIRS, они занимаются деревянными конструкторами, и они продаются по всему миру. То есть Amazon у них и Япония, и Европа, и Америка. Было бы безумно интересно, вот какого-то, ну, не какого-то, а представителя от них, то есть у них богатейший опыт работы вот на Амазоне, потому что они, в принципе, покрыли все рынки, и их конструкторы продаются по всему миру. И если была бы возможность кого-то пригласить из их представителей, было бы отлично. Дальше. В принципе, по спикерам все. Да, что касается непосредственно... Ну, в принципе, это вроде все сказал, да, я уже, видишь, я же говорю, первый лайв, я начинаю... Вон, Рубик спрашивает,
их Да, вроде пригласить. бы все, да, я готов ответить на все вопросы, потому что в любом случае я что-то не осветил. Да, вот вижу вопрос, когда вы планируете мероприятие? Так, сейчас я посмотрю. Так. А, вон Amazon Сергей, Visa. кстати, проблем Да, я нет. смотрю. Мы ему отзывы делаем, так что есть выход на этих чуваков. Кому? Юджирс? Ну, наверное, Сергей вон пишет. Вообще прекрасно, очень я хорошо. Я говорю, так, тут давайте общих знакомых найти, в принципе, я думаю, не... Ну, это, слушай, 14 тысяч человек, да, если не ошибаюсь, в группе, поэтому тут... Ну, мы все мы говорим, еще тесно... помимо, понимаешь, получается мы я как хаб, то есть у нас получается, через нас проходят услуги, из-за этого мы... Многие люди к нам обращаются, некоторых реально бывает они поражают, то есть такие люди приходят, что вообще какие-то айсберги, знаешь, такие всплывают, некоторые уплывают, а некоторые остаются. Ну, так это нормально. О, отлично, да, Сергей подтвердил. Так, давай по вопросам, я его смотрю. АМЗАВИС, напишите мне, пожалуйста, в личку. Это мой товарищ, то есть он тебе объяснит там по программам. Они делают несколько полезных программ, то есть он тебе расскажет. То есть это вот эти поиск негатива, соответственно, и возврат денег с удаления, короче. Ну вот я вот, кстати, вот Amazon Viz я уже не первый месяц, по-моему, вижу. Ну, у меня немножко время сейчас почему-то по-другому. А вот Сергей как раз себе по чаю. Вот, Сергей, я как раз про него говорил тоже. Пиши сразу. Очень хорошо. Так, дальше. Так что идем. Здесь все говорят. Когда планируете мероприятие? Сразу говорю. 23-25 февраля 2018 года. Мероприятие будет трехдневное. Насыщенность контента мы планируем распределить. Ну, то есть, потому что во Львове это был перенасыщенный контент. У людей вечером мозги просто уже опухали от информации. Соответственно, мы планируем немножко так разбавить это сюда на 3 дня. То есть так, что, ну, когда слишком много информации, это в любом случае плохо. Да, поэтому что мы делаем? Да, мы это немножко распределим. Дальше, что у нас по отзывам? Так, когда планируем, открыли, ответили точнее. Так, отлично, Игорь Романенко, хорошо. Без проживания будет цена? Нет, Саш, проживание будет включено в стоимость. То есть это 3 дня участия, проживание вместе с завтраками, один такой грандиозный ужин, как это было во Львове. Все это будет входить в $200. Посмотрим, может еще какие-то плюшки или какие-то скидки дополнительного развлечения. Для членов семьи что просто касается... в любом случае там же участие, не участие. Члены, вот, члены семьи входят в стоимость. Тоже такой, в принципе, очень-очень приятный бонус. Так, так еще раз повтори, звук пропал про членов семьи и пропал звук. Про членов семьи. Члены семьи на данный момент, ну, мы вроде по бюджету владим. То есть члены семьи должны входить в стоимость. То есть это дети, жены. В принципе, я же говорю, по бюджету мы влазим. Если нет, что-то ты объясни, что... $200, то есть ты один приедешь за $200 и втроем приедешь смотри, за $200. $200, это включает в себя участие, проживание и, соответственно, ну, проживание с завтраками и один, вот, как я уже говорил, да, такой ужин для всех, типа банкет, грубо говоря. По поводу участия, ну, по поводу проживания с семьей, мы на данный момент по предварительным просчетам мы влазим полностью в бюджет. То есть за членов семей, за жен, за детей доплачивать не надо. Если что-то поменяется, мы скажем. Но опять-таки мы за счет того, что мы иски арендовали полностью, то есть все места, все номера, которые можно было, мы, я думаю, дополнительно сможем какие-то, возможно, скидку получить. То есть так, чтобы если что-то поменяется, чтобы мы не... Ну, в любом случае это будет неприятно, да, если будем какие-то дополнительные деньги просить за то, чтобы кого-то посетить. То есть на данный момент все получается хорошо, и опять-таки в бюджет мы влазим. Поэтому на данный момент все хорошо. Тема мерча. Тема мерча мы проводим переговоры с непосредственно со спикером. Так, дальше. Спрашивают, кто это. Коля Карал, очень приятно. Могу представиться, если нам. Да, представься, что в любом случае. Я представлюсь. Я соорганизатор вместе с Михаилом Чинишником Львовского форума, который проходил в июне 2017 года. В принципе, это было первое массовое мероприятие для продавцов на Amazon. Форум был достаточно интересный, и, соответственно, мы решили еще раз провести. В принципе, ну, вот конкретно в данной теме, тематике, информации, мне кажется, достаточно. Так, то есть, правильно понял, $200 семьи могут приехать. Да. Я Но думаю, имейте совесть, не надо своих родственников
За своих детей. Ну да, сейчас бабушек, дедушек, все, знаешь, все вместе так. Борт брать, покатать сможем. Саша Корничук, если будет снег, вообще без проблем. Ну сколько человек рассчитываем? Смотрите, на данный момент немножко тяжело вывести количество участников, которые мы можем принять. В принципе, иски сами по себе вмещают там более 350 человек. Но я не думаю, что кому-то будет очень сильно интересно спать там, в одном номере, да, там, на двух ярусных кроватях. Поэтому мы к этому вопросу еще будем дальше подходить. Почему? Потому что мы только пару дней назад получили списки номеров от ИЗК. И, соответственно, мы это все будем распределять. То есть так, чтобы все абсолютно участники были расселены в комфортных условиях, в одинаковых условиях. Условия там прекрасные. Соответственно, по этому вопросов не должно быть. Участников на данный момент мы, соответственно, что делаем? На данный момент, прошу прощения, выключу телефон. На данный момент мы рассчитываем около 100 участников. Но это число будет меняться. Ну, может поменяться. Соответственно, что я еще хотел сказать. Мы сегодня запускаем, начинаем принимать предоплаты. Предоплаты $50 мы принимаем на Пионер. Соответственно, за счет того, что ажиотаж большой и место ограничено, я советую с этим не, скажем так, не затягивать. То есть, если вы хотите принять участие, пожалуйста, делайте предоплату, чтобы за вами место было забрано. Мы давай вот сверху этого поста напишем, то есть полностью, куда, что, как, все правила, кому обращаться. Хорошо, хорошо. Можно мальчика с девочкой населить в комнату. Если девочки и мальчики между собой договорятся, можно. Так, Львов был форум отличный по всем критериям, спасибо. Так, ну, Сергей Федосеев. Просто необычно. Как-то с женой и ребенком проживание — это две кровати, а не одна. Нет, там вы можете зайти на сайт ИЗОК, там есть прописаны полностью все места, то есть все номера, какие они там, все домики и так далее. То есть в плане размещения семьями проблем не должно быть. Так, подскажите, как куда добраться из России? Пропустил начало. Из России Москва-Минск, Минск, ну, самолеты Москва-Минск, Минск-Львов. Соответственно, после, ну, мы еще рассматриваем вопрос, или это будут организованы трансферы со Львова автобусами, либо это будут организованы трансферы непосредственно от вокзала в Воловце, который находится рядом с Исками, буквально в километр. Вот, и будем развозить. Ну, опять-таки, это еще все в процессе. То есть все, мы еще до конца... Мы еще конкретно всех аспектов не знаем, но то, что это будет сделано на высшем уровне, то, что вы будете все удовлетворены проживанием этим, мы приложим максимальные усилия. Руслан, до Амстердама нам осталось немножко. Этот год, вот следующий, проработаем нормально и пойдем на новый уровень. Да, так что никаких проблем нет. Да, дальше. Ритейл-арбитраж, эту тему не преподаете, прошу прощения. Спасибо, что повторили, я не видел, ну, я хотел ответить, не успел на ваш вопрос. Ритейл-арбитраж, пока что спикера нету, но, в принципе, тема не настолько, я могу сказать, актуальна. То есть я не думаю, что мы ее будем поднимать. Дальше, куда отправлять заявку? Будут сделаны посты по группам и на нашей странице, и на странице нашего мероприятия, соответственно, все данные, вся информация в основном будет там. То есть следите, вот подписывайтесь, лучше всего, да, подписывайтесь на страницу Amazon Formulas. Я думаю, Михаил сейчас скинет ссылку в комментарии. Вот. И, соответственно, вся информация актуально будет там публиковаться. Ну и дополнительно еще в группах. Дальше. Можно в Львове передать деньгами, налом или в гривне? Напишите отдельно, поговорим. Я забыл спросить. Там две ночи у нас, три ночи получается. Две ночи. Угу. То есть, да, пятница, суббота, воскресенье, две ночи получается. Кто хочет продлить, большая просьба это говорить заранее, чтобы мы могли, ну, мы могли сделать как бы дополнительную бронь. Нет, просто $200, я в шоке, у нас тут съездить ему. Дороже на сутки. Люди до сих пор поражаются, как за $50 в Львове было мероприятие. Да, я просто вот, я вот так вот. Я на рубли перевожу просто, я никак сообразить не могу. Ну, опять-таки, это не Киев, это не это Западная Украина, в принципе, она... У нас Саратов тоже не Москва, понимаешь?
Вот, еще. Ну, У нас конечно. здесь Хвалынск есть, то есть тут вот, сколько там, 200 километров еще ехать от Саратова. То есть вообще тьма тараканина. Вот, и там вот все, ну, я не знаю, там намного дороже. Хорошо. Так, Миша, если можно, напиши, пожалуйста, ссылки на нашу страничку и на страницу мероприятия. Я в шапку потом видосы А, ну или закину. так, да, или Да, и так так сделаем. удобнее будет. Мне можешь сейчас в личку, я сейчас в шапку прямо сейчас закину, чтобы там это не искать. Ну давай, давай сейчас тогда я скину тебе. Одну секундочку. Вот почему Евгений, платиновая цену поднимут покрывается. рано или поздно. Там в Львове 50, сейчас 200. Чувствуете динамику? Вопрос сервиса, вопрос информации, вопрос, кто зачем едет. Вот, то есть у всех. Самое главное, да, вот, ну, как бы мы считаем, что самое главное, чтобы был хороший контент, а качественный. Вот, все остальное мы организуем дополнительно, потому что, знаешь, как бы оно в любом случае, оно взаимосвязано. Почему? Потому что так, я тебе скидываю раз, Честно могу сказать, и тебе приятно. если я еду в первую очередь не за контентом, потому что надо тоже людей разделять. Разные люди, разных это. И общение-то я говорю, я по списку смотрю просто, я половину знаю, кто что пишет, какие вопросы. Вот, но вопрос не в этом, вопрос в том, что бывает, надо отдохнуть, то есть совместить приятность с полезным, вот весь смысл. То есть для Ну, разных мы как людей раз, разный да, формат. извини, что я перебиваю, да, вот как раз мы, в принципе, так и хотели, то есть так, чтобы это было, грубо говоря, приятное с полезным, да, и чтобы непосредственно помимо этого был контент, потому что, опять-таки, да, почему мы отошли от того формата мероприятия, который был во Львове, потому что, ну, это было явно видно, что некоторым людям темы были неинтересны, поэтому мы стараемся подобрать такие темы, которые будут интересны, в принципе, всем. То есть, опять-таки, да, тот же Shopify, он очень, очень Ну, интересный. Кикстартер тогда Даже ищите вот еще. перспективу, да. Может, ну, посмотрим по Kickstarter. Вот, например, вот Ujirs, это будет бомба, если мы сможем кого-то пригласить. Ну, к Тот серому же Shopify. обращайся, я думаю, мы их вытянем. Я просто Да, не знаю, так, это мой если... напарник, Сергей. Сергей, сейчас я скопирую его с это самое, я ему Да это напишу. не проблема, там копировать ничего не надо, я тебе и так его дам. Окей, хорошо, договорились, Даш. Да, просто А я тебе к главное, тому, это, что собственно, да. раскачивается сама тема. Не, я мы уже с тобой говорили, даже не на формате вот этого. Это как бы подача идет. Это идет в первую очередь именно тема для разговора. А разговор-то потом идет. То есть выходишь, и потом начинается разговор. Уже это вот это все раскачиваешь, всю вот эту информацию дальше. Ну, самое интересное, да, это вот потом эти автопати, да, вечерние и так далее. То есть, когда я помню, во Львове действительно это было сумасшедшее, да, опять-таки, когда какая-то пьянка, все там, я не знаю, про женщин разговаривают, про машины тут, блин, про байбоксы, про рекламу, про еще что-то, знаешь, ну, вот такая атмосфера уникальная, да, все вот амазонщики, Сергей отдельная планета спрашивает, тут. все, Сергей, вот его можно. Во-первых, по продуктам питания у него большой опыт и по пиписи. То есть, ну я говорю, Сергей, или я тебя соединю, или вы соединитесь, то есть там не проблема. Соединимся, хорошо, без проблем. Так, только человек 5 точно приезжает 22 февраля. Хорошо, хорошо. Мы это все обговорим. То есть Мы кто-то раньше сегодня приезжает, правильно получается? Там же надо еще билет спланировать. Кто-то может и раньше Конечно. приехать. Вот я поэтому и говорю, то есть кто хочет приехать раньше, кто хочет уехать позже, то есть желательно это наперед проговаривать, а также в форме Руслан грубо говоря, переживает в жилья. Житомир, опереть как ехать. В Саратов тоже, я думаю, никто больше не поедет, если соберется. Так что Так думаешь, с за Житомира Томера? кто-то может с Киева на машине будет ехать, я думаю, могут подобрать. Да по-любому с Киева Как будет это, народу много. опять-таки, как люди в Минск ехали тоже на машине все вместе. О, видишь, вот Саша уже все. Саша написал. Из Житомира один человек не поедет. Что я говорил, да, то, что в анкете, которую мы сегодня опубликуем с заявками на, ну, грубо говоря, Да и по городам можно жизнь, объединить, просто сделать жизнь какой-нибудь компактная. пост и города просто, и чтобы друг друга могли найти, да и все. Кто в каком городе, просто на обид, да и все. Что-то придумаем. По поводу этого, да, то есть будет анкета по поводу подтверждения предоплаты, там будет указан номер телефона девушки Оксаны, она будет заниматься бронированием непосредственно и оплатами людей. Вот, соответственно, с ней по Вайберу можно будет связаться и по телефону, и с ней ей сказать все ваши желания, как вы предпочитаете, да, или как вы хотите поселиться, как вы хотите, когда вы хотите приехать, когда вы хотите уехать, то есть для того, чтобы мы максимально могли все
все это организовать, чтобы всем было хорошо. С Тель-Авива поеду на машине. Ух ты. Это кто поедет у нас? Руслан, что ли, поедет? Да, написано Руслан Джумаев. С Тель-Авива? К тебе прилететь проще, наверное, оттуда доехать на машине. 100%. Да, с Тель-Авива на машине это хорошо, это мощно так. Ирина Брицкая, подробности уже известны. Ну вот только что все проговорили. В принципе, подробности будут дальше все больше и больше, потому что будут новые... Ну и если мы в Минск, не напрягаясь, набрали там больше 100 человек они. Вот, то есть, ну я не знаю, 100 человек вы прям как пессимистично. Мне кажется, сразу там планер человек на 200 минимум. Ты имеешь в виду зимний форум? Ну да, зимний, который вот это вот. То ну есть... вопрос только по расселению, по сути. Ну да, я тебе это говорю, то есть надо планировать, просто планы какие-то выстраивать реально, потому что ну что такое 100 человек. Я же говорю, как бы вот сейчас начнется сейчас броник, то есть уже это все будет становиться на свои места. Потому что, ну, все равно какой-то все-таки сумбур, ну, оно так сумбурно еще немножко идет. Соответственно, этот. К сожалению, да, если бы у нас не было ограничений по этому, не было ограничений по количеству мест, мы бы, грубо говоря, всех желающих приняли. Вот. Но, соответственно, ну, опять-таки, будем выходить из того, что есть. Это что-то придет. Поэтому я говорю, что как бы с предоплатой желательно, ребята, потерять. Руслан, просто это, он собрал через Сирию. Рубика сразу берите, там вдвоем прорывайте. На бронированной машине. Лыжи, катание, массовое катание на лыжах, если я правильно понял. Я же говорю, если будет снег, конечно, без проблем. Да, так что не так, факт. Как из Англии лучше ехать? Ну, я думаю, самолетом до Львова или до Киева. Номера по сколько мест? По-разному. Есть разные номера, есть номера на двоих, есть номера на четверых. По-моему, даже на шестерых есть номера. То есть там на сайте ИЗАК все есть, все необходимая информация. Можете пересмотреть. Я, в принципе, сейчас Денису еще скину ссылку. Ограничения по местам, на самом деле, сказали 350 мест всего, я так понимаю. Остальных мест, палатка. То есть это не участники, это мест. Да, остальные палатки. Да. Остальные палатки в феврале. Ну, это... Ну, плащ, там что там они, там эти, спальники? Не, ну а что, в Минск? У меня реально вот так мы классно рекламировали. Дениска собирал одно, получилось другое. А у меня реально были ученики с Минска, которые не знали, что есть мероприятие. Им просто места не хватило. Вот, то есть до такого дошло. Просто не было места. Так и есть. Из-за этого, мне кажется, кто в Украине, сам Бог велел. Ну, если действительно хотите, я не знаю. Однозначно даже я прокачался, хотя я не планировал. Вот, просто каждый находит свое, реально. Каждый, кому-то нужна сухая информация. Очень многие, я вижу, на форуме, когда мы там были, они как-то никуда особо и не ломились, то есть они четко вот пришли, сидят слушать на стуле, то есть все четко, получают информацию, даже что-то записывают. Кто-то друг за другим приехал, кто-то за третьим, кто-то просто познакомится, пообщаться. Ну, это у каждого по-разному, знаешь, опять-таки. Кто-то приедет как бы просто послушать, да. Кто-то просто собраться, да, вот, например, в Минске, да, банда была, про которую, наверное, все слышали, как они классно отдыхали. Вот, потому что такая банда здоровая, грубо говоря, да. Кто-то и то, и другое, соответственно. Кто-то познакомится. То есть, ну, соответственно, в любом случае, для каждого это будет полезно, для каждого это будет интересно. Да, каждый найдет так, свое, там... это точно. Так, и это вопрос. Чем так, нас будет больше, тем будет более интересно, мне кажется. Да, да, люблю палатки. Ну, вопрос, когда именно, в каком сезоне. Палатки в феврале не знаю, разве что буржуйку поставить. Так, где прочитать подробности? Подробности будут, еще раз повторюсь, на наших страницах. Вот Денис, я вижу, что написал ссылку на иски. Если можно, в принципе, я могу сразу тоже скопировать ссылку на страницу и именно на страницу мероприятия. Раз и два. Вся основная информация, первый источник информации будет именно там. Так, что там еще по вопросам? Что со снегом? Пушки там есть? Пушки есть. Пушки есть, если будет плюсовая, ну, если будет минусовая температура, снега должно быть нормально, достаточно. Более чем. Там спуск как раз нормальный, то есть не фрирайд. Отлично подойдет. Не фрирайд. Мерда елок. Жести там нету, скажу так. Кто поопытный, в принципе, тому может быть скучно. Но опять-таки. Ну, мы на санках.
Ну, сам когда-то, ой, там вообще, честно говоря, в плане спуска, там, ну, понятно, там есть трасса для лыж и для сноубордов. Ну, все же в аренду там дается, тащить же с собой никто, я сам, конечно. Я думаю, что кто-то потащит-то туда далеко. Ну, может, кто-то потащит, может, у кого-то. Не, ну, кто близко лыж. Живет, понятно, а кто там. Я думаю, вот, Руслан не потащит. Больно везти далеко. Ну, 100%. Неудобно. Там еще классно есть сноутюбы. Ну, грубо говоря, честно, вот с семьями, кто будет ехать, там будет очень классно. То есть действительно очень интересно. Там развлечений не более чем. И опять-таки те же гранулезные спуски, сноутюбы, санки, чаны. Очень классная вещь. Особенно, ванная. Там, знаешь... Ну, да, ну такая, да, ванная на улице там минус 10, ты вот в горячей воде, грубо говоря, сидишь. Бани, ну, честно, я даже, ну, там все на сайте. Короче, 200 баксов это за мануха, все остальное отдельно. Ну, это уже как кому, я же говорю. Конечно, расчет на это, я понял. Кто зачем приехал, да. Так, вопросы. Да, чан и вещи. Так, по-моему, по вопросам уже ничего нету. Ну, не знаю, что там по вопросам. Да, в принципе, пока все, что хотели, рассказали. Да, мне да. кажется, ну, да. Ну, пока что информации просто не так еще и много, да. То есть, в принципе, это пока что анонс. Ну дальше да, подумаем, дата у нас примерно 23 февраля получается, да? 23-25 февраля. Ну, по поводу трансферов. Трансферы будут организованы. Откуда они будут организованы, еще вопрос. Мы с этим еще будем работать. То есть трансферы будут организованы либо со Львова автобусами, либо автобусами с Воловца, с вокзала. Так, дальше. Февраль палатки 200 баксов, да? Каждая палатка место еще дополнительно. Как знаешь, на кемпинге там всегда тоже берут дополнительные какие-то деньги за палатки, за размещение. Вот то же самое было. Чем круче склон, тем будет веселее в палатке спать. Да. Да, вижу, пока что вопросов нету. Ну, мое мнение просто это самое. Кто действительно готов, кому интересно, определяйтесь по предоплате, чтобы люди планировали. А то, может, так и получится, все до последнего дотянут. И потом просто не хватит мест. Да, ну, так оно, в принципе, ну, мы стараемся, опять-таки, освещать максимально, чтобы все об этом знали. Но в любом случае, потом еще будут люди, которые говорили, что они не увидели информации. Как это, опять-таки, было после Львова, как это было после Минска, вот как ты говоришь, да, что люди даже не знали, что в Минске будет проводиться. Да, да, ну, прямо из Минска. Ребята мне просто говорят, блин, а может туда? Я говорю, я спрошу. Но если нет вариантов, что я могу сделать? Ну да. Так ты переезжаешь или нет? Планирую, да. Планируешь. То есть очень я хорошо. Планирую в плане это самое, только доставка и все. То есть вот это вот все пробить. Угу. Ой, ну, да. По доставке, в принципе, вопросов нету. Ну, в любом случае, с тобой созвонимся, да. Там по времени, когда приехать, это просто я говорю, путь не близкий. Ну да. Сколько у тебя? Ну, у меня до Москвы долететь, с Москвы до Минска, с Минска, соответственно, во Львов. То есть три перелета, две пересадки. Жесть. Ну, я и говорю, то есть у меня из Саратова при условии, что с Казани до Москвы 2000 билет стоит, а с Саратова 6 или 8 рубля. Это $100 примерно и выше. $100 или 100 евро. Ну, просто они у нас, ну, тут больной аэропорт у нас. Вот такой, с советских времен еще. Новый строят, уже лет 10, никак его не достроят. Ну вот, и за это у нас ни самолетов нормальных нет. Ну, короче, просто... Это нормально. Да, бывает. Клака, короче, мы. То есть отсюда уехать просто это самое. Сложно. Глушь, Саратов. Так, я вот вижу, есть вопрос, сколько предоплата? Еще раз, предоплата $50 принимаем на пьяне. Если кого-то интересуют другие варианты оплаты, пишите мне в личку. Будем что-то будем придумывать. Посмотрим, может еще открою, ну, может еще будем на Приватбанк принимать. Потому что ну, много кому удобнее на Приватбанк оплатить. Во Львове, опять-таки, когда мы организовывали, то
То есть здесь, короче, организуемся, может, тоже он до Москвы доедем, от Москвы до Минска доедем, оттуда полетим. Посмотрим, то есть все по ситуации будем смотреть. То есть как с народом мы сами соберемся здесь, потому что я говорю, реально это не то, что интригу сама, а именно просто реально неудобно и сложно. Я с удовольствием, вот вообще, я на любой кипиш, кроме голодовки. Ну просто это очень долго, муторно, недешево. Но у тебя же, по-моему, Минск, да, это был, ну, такое первое массовое мероприятие. Да, но это, опять же, в последний момент я туда поехал, потому что меня товарищ позвал, и не один, и он говорит, вот, ребята с Москвы едут, они тебя зацепят. То есть я на поезд, они меня зацепили, мы поехали. Если бы он, наверное, вот эта последняя капля была. Ну реально, это просто ты вываливаешься на огромное количество дней, вот, это непросто. Тем более у нас аэропорт в одном месте. Ну, не просто, я не думаю, что ты пожалел о том, что ты поехал. Не, я не пожалел, однозначно. Нет, нормальный формат. Но вот, например, лететь в Минск с Москвы, это Жуковский. А я прилетаю на другой аэропорт. То есть это с одного края там вообще в другой. Ну, то есть все непросто. Кто думает, непросто. Если бы, например, это было в России, да что там? Хоть и страна большая, даже там на той же машине сел бы, доехал. А вот туда все-таки это уже... Ну, да. Даже за границу в нормальное время без проблем. А здесь все равно уже сложность. Даже с Москвы долететь, да, было бы уже нормально, а это ё-моё, ну. Короче, так. В том-то и дело, да. Так, дальше вопросы. Не нашла информации о ценах. Цена участия $200. В это входит проживание, участие, завтраки и один такой грандиозный ужин. Ну, мы опять-таки, ну, мы подумали, что каждый, грубо говоря, 3 дня делать банкет, это получается несерьезно. Да? Лучше один раз так сделать, это хорошо. По поводу, безопасно ли гражданам России в Украине? Да вроде все нормально, вроде никто никого не трогает. Во Львове постоянно русские туристы приезжают, вообще все безопасно, вообще никаких проблем. Так, PayPal принимаете ли к оплате? Украинский PayPal на принимание денег не работает. Дальше. Так, граждане народ. Русский народ совершенно безопасно. Согласен, по ценам сказали. Добро пожаловать. Хорошо. Ребят, если есть какие-то вопросы, задавайте. Ирина хорошо сказала, на людей не кидаюсь. Стоп. Не, ну опять-таки, если... Не, ну просто смотри, вот у нас зомбируют тут все, со всех сторон, и всякие там люди. Я тебе могу сказать, если, например, в России приехал с Украины человек, всем абсолютно дофини вообще. Ну, лично, я не знаю, кому-то это вообще какое-то имеет значение. То есть там вообще хоть откуда, вообще, вот мне вот просто по барабану всем. Я не знаю, кому и кого это беспокоит, но мы, русские, грубо говоря, не знают, там беспокоит это кого-то или нет. Вот и все, из-за этого люди спрашивают, это нормально. Ну, везде зомбируют. Да, но я тебе говорю, ну реально, в России, вот я не знаю, просто свое впечатление, свое, что я думаю, это вот просто я тебе реально говорю, откуда бы ты ни приехал, абсолютно без разницы. Ну я не знаю, какие дегенераты, где вообще... Да кого это имеет значение? Рассказывают, что во Львове там эти, во Львове как там, бьют русских, да, бьют и так далее. Вообще таких случаев, ну, если есть, то там какие-то радикалы, это не личные случаи, этого не надо бояться, опять-таки, если вы никого не провоцируете, если не ходите и не кричите какие-то провоцирующие слова, то вопросы... Ну, письменщик, короче, надо, да и все, понятно. Ну, в том-то и дело, как бы, ну, главное просто быть адекватным человеком, адекватных людей никто никогда не трогает. Потому что, опять-таки, неадекватно есть везде, да, ну, согласен, и в Украине, конечно. В России, в Америке, в любой нации есть неадекватно, это абсолютно нормально. Так, дальше вопросы. Как оплатить из-за границы? Пионер? Ну, если не пионер, там, в любом случае. Как? Ну, я думаю, по поводу пионера мы можем сделать запрос платежа на фамилию, имя и данные, которые нам нужны. За платежа имя, фамилия на английском языке, электронная почта, вам приходит запрос на платеж, вы оплачиваете любую банковской карточкой, и 3% комиссии оплачиваете. Уточни, пожалуйста, вот все-таки сам народ спрашивает про $200, они не верят, что еще и с детьми, и с мужем, да, и с женой. Да, $200 с детьми. Ну, до двух детей, чтобы... В целом, я понял, сколько людей в комнате. Там есть разные номера. Кто-то может с семьей приехать. То есть там, опять-таки, есть номера
на двоих, на трех, на четырех, на пятерых, на шестерых. Так, дальше. Так, после иски у всех отпадает вопрос отношений, особенно после банкета. Да, номера для свингеров, для шестерых. Да, короче, такой, как его звать? Проживание, питание, трансфер. Да, ну, питание не полное, то есть завтрак. Трансфер, да, по поводу трансфера там был вопрос. Еще раз повторюсь, по поводу трансферов. Был... Есть два варианта. Либо этот трансфер будет со Львова, либо этот трансфер будет с Воловца, с вокзала. Объясни нюанс. Воловец и Львов, то есть разница, потому что для Воловец, нас... да, объясняю, прошу прощения, да. Город Львов, он находится в другой области, соответственно, 4 часа езды надо будет организовывать трансфер. По поводу Воловца. В Воловце находится вокзал. Соответственно, куда прибывают поезда, в принципе, основных направлений, да, киевский, львовский, харьковский и так далее. То есть, соответственно, оттуда может быть организован трансфер также. Посмотрим, как это будет. Опять-таки, я думаю, может, мы какие-то опросы проведем среди людей, кому как будет удобно добираться. По поводу поездов, там, опять-таки, 3-4 часа, это не проблема. Еще раз, да, посмотрим, как так, чтобы людям было удобно. Что-то с этим всем придумаем по поводу трансферов и так далее. Так, Анна Бинаев только подключилась, можно детали. Коротко, даты 23-25 февраля, стоимость $200 с участника. Так, за $200 можно приехать с сестрой и двумя детьми. Можно. Кого возьмете? Ну да, больше. Самое главное. Самое главное, так, чтобы ну, не было тоже там слишком много людей. Почему? Потому что места все равно ограничены, как бы это ни было. Ну, там ближайшие места 2, по-моему, 2 километра от этого. То есть так, чтобы ноль. Я надеюсь, что не придется расселять кого-то еще там вне ИЗа, грубо говоря. То есть, ну, поэтому еще раз говорю, место ограничено. На данный момент пока что цифра это 100 участников. И дальше это члены их семьи. Если я сам без семьи, какая стоимость? Такая же стоимость. Так, смотрим дальше, что у нас есть пока что. Так что есть смысл кого-нибудь брать с собой, и веселее будет. Не, ну опять-таки, ну, лично, ну, как по мне, если бы я имел возможность, я бы с удовольствием приехал бы с женой и с ребенком провести отличное время в отличной компании, набраться очень много информации. Очень много, опять-таки, вдохновения того же, да, потому что я вот помню, после Львовского форума не хотелось спать вообще, да, я тогда дропшиппингом занимался, мне хотелось просто сидеть и искать вилки только. Искать, потому что ты пообщался со всеми, все там рассказали, грубо говоря, по цифры, про свои успехи, соответственно, что ты да, понял, да, зарядился так. Вдохновение, и давай, знаешь, вообще не спать для того, чтобы, ну... Догнать народ, ё-моё. Капуста мимо идет. Да, в том-то и дело, да, ты тут сидишь, знаешь, там смотришь, там... Реально, там реально, у меня такая же фигня, я съездил, думал, так, я вот сейчас столько зарабатываю, столько народ послушал, мне что-то маловато, ё-мо, надо работать еще больше. Так, дальше, что у нас еще можно? Если я захочу за 2 дня больше остаться, понятное дело, с доплату, можете ссылку вместо дать, где именно. Ссылка была ниже. Я сейчас напишу еще раз. Это их сайт, iski.ua. Вы, когда будете подтверждать предоплату, пожалуйста, пишите по поводу своих предпочтений. Или вы хотите остаться позже, или хотите, ну, или вы хотите приехать раньше. Сколько с вами будет сопровождающих лиц, там будет вопрос. То есть это, грубо говоря, там, жены, дети, мужья и так далее. С вами... После получения анкеты будут связываться и уточнять информацию. Так, если так. Можно, телефоны для тех, кто не из Украины, телефоны указывайте те, на которых есть установлен вайбер, чтобы можно было связаться. Да, кстати, вот это со связи будет интересно, потому что я в Минске намучился. И с деньгами, как это все, то есть на месте оплачивать картами, то есть вот эти моменты тоже технически интересны. Ну смотри, они карты принимают абсолютно без проблем.
Банковские карты можно абсолютно спокойно рассчитываться. Все понял. Но опять-таки на гривну можно поменять по приезду. Ну, посоветуйте, Главное где в поменять? аэропорту, главное в аэропорту не менять. Как всегда, курс сумасшедший получается. Так, дальше пару месяцев есть в запасе. Сейчас можно за сутки расписаться. Что имеется в виду за сутки расписаться? Анкета, которую нужно заполнить, скиньте ссылку. Сегодня вечером будет, ну, в течение нескольких часов она будет отправлена. Она будет опубликована в этой группе и на странице мероприятия, и на странице Amazon Phone будет. Так, может, я что-то пропустил? Так, кто-нибудь из России в машине, ну, это я думал. Тут наша компетенция заканчивается, грубо говоря. Остальная оплата будет на тот же Пионер, опять-таки, заранее. Мы за счет того, что ажиотаж очень большой, и очень много желающих, и места ограничены, мы оплаты принимаем наперед. Для тех, кто, ну, возможно, у кого-то возникает вопрос, что там ребята зарабатывают и так далее. Это не коммерческое мероприятие. На этом зарабатывать никто не собирается, и это не является целью заработка абсолютно. А тогда целью чего? Вот расскажи для тебя, да. Цель, просто объясни цель, людям, это да. Собрать людей, собрать, ну, в принципе, цель та же, которая была и в Львове. То есть всем вместо, ну, всем собраться вне Фейсбука, да, то есть всем перезнакомиться, опять-таки, живое общение – это совсем другое. Плюс набраться того же вдохновения, набраться новой информации по поводу каких-то более перспективных и новых направлений работы на Амазоне. То есть самое-самое главное, да, это, грубо говоря, офлайн мероприятия, офлайн встречи. Потому что, ну, в Фейсбуке мы и так все каждый день общаемся, а онлайн, к сожалению, не так уж часто получается. Ну, я, если поэтому... честно, вот когда мы говорим о том, что это заработок, не заработок, постепенно, мне кажется, оно перестроится во что-то другое. То есть вполне возможно, что коммерческие мероприятия начинать надо его каким-то образом раскачивать. И я ничего зазорного в этом вообще не вижу. Мне кажется, это правильно. Вы ну, тратите время, да, то есть время... История, я говорю, у нас даже сейчас вот этот разговор идет о том, что в любом случае этих мероприятий будет какое-то количество. Есть профессиональные, есть какие-то трендовые, есть какие-то большие, есть какие-то, так сказать, несистематические. То есть вот сейчас на данный момент у нас получается, какие у нас точки? У нас есть несколько стран, которые активно этим занимаются. Украина в первую очередь, естественно. Минск, Беларусь, соответственно, Россия и Казахстан. Ну, то есть вот четыре таких вот республик, которые в основном... Кстати, из Молдовы много достаточно народу. Да. Но там ничего не могу сказать. Вот у меня есть там оттуда люди, как бы оттуда я информацию не слышал. Но вот по крайней мере, то есть Россия, Украина и Беларусь уже, то есть Украина и Беларусь уже в полный рост. Там в Украине у вас уже как минимум два есть уже из самых мощных. То есть вы, грубо говоря, новички. Там-то у Sales Hub, соответственно, у них такое помпезное событие, то есть, которое... Ну, с хабом мы не померимся, конечно. Не, у них совсем другой формат, на самом деле, из-за этого... Опять-таки, у них специализация другая и формат. Да, да, то есть, это просто мероприятие, и бессмысленно, например, в это же время делать тоже мероприятие какое-то. Это в этом смысла нет. Вот, то есть, есть какие-то эти мероприятия, так что они интересны. Вот, я надеюсь, в России организуемые тоже, в Москве, чтобы это все было систематически, ежегодно. Да, что самое да, интересное, как... в Москве будет еще ни одного мероприятия. Ну, было только у бизнеса на Амазоне, но там больше народ собирали, чтобы капусту снять. Ну, вот. Это Полищук, да? Если да, да, да. Нет. Ноблес. Не Полищук. Ну, Ноблес я не встречал, потому что я дропом не занимался. А бизнес на Амазоне, это у нас эти, аферисты как это? Забыл уже. Шадура. Слушай, да. Я знаю, что Шадура, Ноблес, Шадура. Ноблес организовали. Там они поехали по всем, грубо говоря, там городам Украины, в Москве у них было и так далее. Ну вот, Шадура организовывал, как бы они набрали много людей. Вот, но там было мероприятие вообще тупо реклама, тупо презентация нового спикера там туда-сюда и давайте курс покупать. То есть там это никакого отношения к мероприятию, дружескому общению, каких-то вот этих вещей, там этого не было и в помине. Вот, то есть смысл... Ну, опять-таки, да, мы ничего никому не продаем. То есть тут не будет какой-то там сильно явной рекламы, да, и так далее. Единственное, что вот те спикеры, которые будут выступать, если у них будет какая-то информация, которую можно рассмотреть вне
мероприятия. Я думаю, они об этом скажут, но опять-таки цели рекламироваться тут нет. Да? Тут опять-таки я, при общении со спикерами я настаиваю, чтобы было максимально, ну, была максимальная информативность, чтобы людям донести вот ту информацию, которую они хотят услышать опять-таки. Потому что прийти, и вот как, например, это вышеупомянутые ребята делали, что вот на Амазоне все это круто продавать, там, грубо говоря, знаешь, как это было, то есть вот вам eBay, вот вам Amazon, вот вам вилка, да, все супер, типа вы можете начать, но вам этой информации не хватает, давайте $1500 будем работать. Тут у нас такого, в принципе, не планируется, и если такое будет, то мы в любом случае. Да, в Казани он тоже пишет, везде есть отдых, есть, просто вопрос, то организовывать будет, то есть первое, в Украине гораздо это все более развито. Как бы там ни было, что бы ни говорили. Тема, да, тащит Украина намного серьезнее. На мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться. Хотя я статистическую группу смотрю, России написано процентов там, ну, прям чуть-чуть отстает от Украины, то есть участников группы. Я, честно могу сказать, в шоке, я не ожидал. Я думал там, я не знаю, там раза в 3-4 меньше. Но актив... Опубликую, кстати, как-то интересно статистику, сколько людей в группе, откуда, кто. Да, надо бы посмотреть, открытие. Да, потому что низкая это выборка такая. Было да, бы есть. Да, есть. Я просто находил, как-то ковырялся. Сейчас вот так, навскидку не могу сказать. Вот, то есть я смотрел именно... Украина, конечно, номер один, а Россия на втором месте. Хотя, вот я говорю, по активности, по моим знакомым, с кем я общаюсь, ну просто там, я не знаю, в разы меньше. В разы меньше. Может, менее активный, может быть, здесь больше любопытных, то есть, которые интересуются, но, например, не участвуют. Или... только начинает. Ну, как бы такая может быть история. Пока до этого руки не доходили, вроде и повода не было. А так, на самом деле, если в России кто-то будет организовывать, мы также поддержим, пожалуйста, давайте. Начинать надо с малого. Когда Львов первый раз организовывался, я вообще не понимал, зачем. Как бы вроде есть один форум. Там кому надо, собираются. Нафиг надо еще организовывать. Ребят собрали, все были в восторге. Ребята вторые собрали, все были в восторге. Ну, блин, ну если тема живая, нормальная, душевная и реально дает много всего, почему бы нет? То есть... Нет, ну слушай, ну люди в любом случае, опять-таки, да, мы уже говорили, офлайн общение это офлайн общение. Это, да, живое общение в любом случае. Потому что то, что мы в Фейсбуке переписываемся каждый день, это одно. А когда, опять-таки, да, встретиться, поговорить, лично познакомиться, да, опять-таки, выпить, как ни, ну, без этого вот тоже никак. Тем более, самое информативное, это, как мы говорили, да, это вот эти вечеринки, то, что потом происходит. Единственное, голос срываешь, все громко так. Выходят из зала, все, вот там начинается самая главная информация, там будут самые заветные секреты работы и так далее. И так далее. Ну, просто многие не могут, да, они именно, когда как спикер выступает, очень многие, они, так сказать, абстрагируются, и они чисто дают вот ту вот информацию такую, не то, что заученную, ну, в рамках, такие жесткие рамки. А когда они выходят, они, соответственно, по-другому общаются. То есть, да? Тут своя специфика у людей. А, Вадим, из Азербайджана у меня есть ученики, они из Азербайджана как раз. Так что они единственные, они там в Москве живут, в Азербайджане, то там, то там. Так что, на самом деле, много, из многих, много людей из разных стран. У меня есть ученик, который в Корее живет сейчас. То есть, там стран-то на самом деле очень много, просто... Не было такой задачи и цели, например, там, давайте свои города, там, грубо говоря, отметим. Можно пост сделать, по городам раскидать именно, потому что нам же интересно активные, кто этим занимается. Может быть, найдете себе друзей там и так далее. Поэтому начинать можно с... Я в Саратове с удовольствием был бы, у нас там, я не знаю, несколько там десяток, с удовольствием там встречайся раз в месяц, да общайся, в чем проблема-то? Ё-моё, в компьютерные игры люди играют, вон, и то встречаются. В чем говорить? Ну, а да, здесь интересов. Ну, да. Здесь... Тоже делают офлайн такие встречи. Да, конечно, постоянно, я говорю. А тут столько информации, тут просто я съездил в Москве, мы говорили о запуске. Тут раз что-то опять поменялось, что-то новое поменялось. Я боюсь даже предположить, что будет через. Даже в феврале боюсь предположить, что будет. То есть это Новый год мы пройдем. Это мы январь пройдем. Это единственное, мы out of stock не пройдем еще февральский, потому что Китай будет закрыт. Но мы будем говорить о том, как быстрее произвести, как товарные остатки сделать больше. Там, ну вот так... опять-таки, то есть жесткий опыт. Почему февраль? Ты сказал про февраль. Февраль почему был выбран, да, потому что опять-таки праздники все прошли, все уже... Ну, оптимальный срок, я тебе могу сказать, конец января, когда все приехали с отпусков,
все вступили уже в работу, там 1-2 недели уже как бы въехали. Это оптимальный вариант. Но там, опять же, мне сказали, что курорт, самый сезон, самый пик, туда есть какие-то там нюансы. Вот. Но Ну да, в опять, принципе. здесь просто февраль, он как раз работать-то особо нечего, потому что Китай не работает. То есть какая тут работа? Тут основная масса с этими вот этими декабрьскими праздниками, с январь непонятный месяц, и февраль вываливается. Самое-самое тяжелое вот планировать, если особенно бюджет не ограничен, то есть ты не можешь привезти там, я не знаю, запасы на, там, на 4-5 месяцев товара, то это самое неудобное. Ну, опять-таки, да, февраль, он больше, ну, работы нету у кого, у ПРщиков. В основном, да, те, кто работает Ну, с Китаем. согласен, Но, с другой согласен. стороны, опять-таки, февраль тоже, ты считай, падение продаж на Амазоне. Да ладно, ё-моё, Если тут ты он сейчас идет вверх, а оно потом потихоньку забей, сядет. забей. Там это вообще, вот кто вот это вот говорит, это просто у того человека товара не в разных нишах. У кого-то спад, у кого-то подъем, все по-разному. Не на, это вообще, ты правильно сказал, я просто заточенный приват. А у дропа вообще совсем другая история. Из-за этого тут даже бессмысленно. Да, я тебе больше скажу, даже люди, которые работают по одной и той же модели, я уже не один раз убеждался в этом, у каждого свой подход. Достигает Каждому это результата либо. другими Вроде все способами. начинают одинаково, да, вроде там все получают приблизительно одинаковые алгоритмы. И все начинают, опять-таки, даже я вот по своим ученикам вижу, что по сути они все получают одинаковую информацию, но потом каждый выбирает свой алгоритм и работает конкретно вот именно по своей стратегии. Вот как у него получается, и результаты у них получаются Ну обоих. да, короной там идет, как удобно, Да? так и делают. Вот, кто-то растет, кто-то тормозит, все по-разному. Так, давай вернемся к вопросам, о том мы с тобой заговорились. Так, где регистрироваться? Регистрировать предоплату можно будет по ссылкам, которые будут опубликованы в постах сегодня в группе Amazon Live и на странице мероприятия, на странице Amazon Forum Live. Ссылки Михаил скинул. Дальше распишите все условия, что будет входить. Все условия будут, ну, условия какие? Очень простые. Быть частью и так далее. Ну, понятно, там не без оплаты. Так, дальше. Я только подключился, прошу прощения, был бы ответ на вопрос, какая программа будет, количество дней, если отвечали. Если можно, да, потому что информации очень много. Самое главное, да, повторю основное. Да, Amazon Forum Львов, который будет проводиться в Карпатах в феврале 23-25 числа. Трехдневное мероприятие с офигительным контентом, потому что я как, ну, мы как начали работать над контентом, мы сами начали обалдеть от того, что это действительно может получиться очень классно. И очень-очень, грубо говоря, продуктивно. Так, дальше. Так, в Казани горнолыжка есть. Мне, кстати, вот кажется, если в России организовывать, мне кажется, самое лучшее, наверное, в Сочи было. Да не, не скажи, а что там Не? хорошего? Ну, летом Ну, тоже там парится там. горнолыжка, тем более сейчас Сочи, там, насколько я видел, подъем Да я не сумасшедший. знаю, не, ну, много всяких моментов. Казань, отличный город, сейчас его там навернули, не хуже, чем Сочи, мне кажется. Если в плане региональных городов, да, неплохие. На самом деле их много везде, где можно делать. Было бы, кто организовывал, Ну, было понимаешь? бы желание, Да, конечно. я планирую в Москве, потому что у меня просто в Москве полно тех же людей, кого я консультирую, друзей там, то есть мы там, и вот мы просто кинули клич, там за неделю набрали 30 человек, но это Москва, это хаб. Я говорю, с Казани 2000 рублей долететь. Человек прилетел ко мне в Москве, пока я свободен был, а прилетел, просто ему с Казани проще долететь до Москвы, чем до Саратова доехать. До Саратова сколько у нас там, 450, 570, 650, не помню, километров, на машине ехать по средним дорогам, неплохим. Ну, не сказать, что там, то, что у нас трасса же здесь не федеральная получается. Вот. Самолета прямого сообщения нет, ничего. То есть 2000, как на такси, по большому счету, там, проехать. Все, он Жесть. прилетит. Я из этого говорю, 2000, это просто сказка вообще. Если бы у меня Москва-Саратов был 2000, у меня поезд плацкартный дороже стоит. Ой, это Подожди, не... 2000 это сколько в долларах получается? $2000 это $30, там, $33. На 60 Блин, ну это вообще примерно. копейки. Копейки, я и говорю, просто Вообще нет. Казань, все это стимулирует, чтобы развивался город, чтобы люди ездили. Потому что когда развиваются города и все остальное, люди не уезжают из этих городов. Когда транспортировка дешевая, какой смысл оттуда, например, уезжать или еще что? Когда можно бизнес, когда можно все быстро делать. А у нас вот наоборот, у нас просто вот
Застой жесткий просто, другого слова нет. Убийственный, так скажем. Это есть в любой стране. Ну, да, регион, что, какие-то города развиваются. Не, ну просто какие-то города даже, развиваются. Даже в той же Америке посмотри, да, то есть там в основном это West Coast и East Coast. Да? Ну, есть, понятно, я про себя берег. Говорю конкретно. То есть, Западная Америка, она в любом случае менее развита, чем вот эти вот непосредственно западные и восточные части. Ну, понятно. Ну, я просто говорю, я про себя просто говорю, просто где я живу, я конкретно, так скажем, не то, что имею право, но просто есть свое, так скажем, ощущение ситуации. Не, ну ты на личном опыте, как бы это. Да, то, просто реально неудобно. Из-за этого, может, кто-то не понимает, но это очень. Я даже не представляю, я ни разу не летал с таким количеством пересадок. Просто, вот для меня лично это просто жесть моя. Я и так летать не люблю. Логистика любая, да, и транспортировка – это, в принципе, основа любого государства, да, потому что чем она быстрее, чем она качественнее, конечно, конечно, конечно. Всего работает экономика. Вот, кстати, вопрос очень важный, Максим пишет. Привет, будет ли запись для тех, кто не сможет попасть? Запись будет, что хотел сказать отдельно. Если у кого-то есть знакомый фотограф, который был бы рад сделать запись и фотографии, мы с удовольствием его пригласим. С одной стороны, ему интересно будет прорекламироваться, с другой стороны, ему будет интересно получить качественный материал. Потому что то, что было после Львова, мы краснели перед людьми, когда мы показывали запись. И мы очень были этим недовольны ни фотографиями, ни видео. А в Минске обалденно наоборот было. А вот как раз хотел сказать, Минск – бомба. Я посмотрел фотографии, до записи, к сожалению, еще дело не дошло. Записи тоже не смотрел, фотографии шикарные. Вообще красота. Просто обалденно. Мне говорили, что там запись видео тоже обалденная, то есть за счет того, что там еще, по-моему, картинки выводились, да, качественно, а не как с экрана. Ну, профессионально, просто профессионально, все. Да, то есть вот именно хочется, ну, у нас тоже как бы вроде на словах профессионалы были, а по сути получилось, не будем выражаться, как это получилось, но оно тех денег не стоило в любом случае. Это было отвратительное качество, которое было очень стыдно перед людьми. Просто, ну, контент мог еще жить дальше, а по сути контент, ну... Ну да, понятно. Ну, об этом я речь. Думаю, многие, кто видели, самое интересное, кстати, потом начали продавать еще наши записи. Они и так сами по себе фиговые. Потом мне скидывают, говорят, вот смотри, запись Amazon Foreign Job продают. У нас есть люди, которые все продают, то есть им все равно, они тоже вообще, молодцы. Вообще, обалдеть, думаю. Зато это твой форме. Рейтинг поднимает, понимаешь, что люди готовы. Видео были в открытом доступе, опубликованы. И вы вот начинаете перепродажей заниматься, ну, знаешь. Да ладно тебе, ну, это... Нормально, нормально. Если даже покупают, значит, есть спрос. А есть людям лень найти канал, лень найти, ну, пускай заплатить $10. Это сервис с другой стороны. Они же не за 110 продают. Чисто символическая плата, но люди суетятся, делают там. Вопрос в том, что это бесплатно, понимаешь? Нет, это понятно, но люди, если не хотят найти настолько лень, Насколько это все подход такой, но почему нет? Я ничего вообще не вижу. Если умеешь продавать, продавай. Не обманывай, главное. Вот, а тут обман какой. Предложили, хочешь, бери, не хочешь, не бери. Ну, в принципе, да, что-то в этом есть. Ну, ты же дропом занимаешься. Тут бесплатно взял, там продал. Вот он дропом занимается. Я уже дропом не занимаюсь. Ну, я, к примеру, тебе утрирую. Ну, я говорю просто, там, перепродал. Торговля, что такое? Перепродажа товара. Ну, надбавленная стоимость. Все. Просто вопрос товара бывает с надбавленной стоимостью перепродажи. Бывает, грубо говоря, тупая перепродажа. Вот и все. Чем больше мы идей, чем больше мы там всего туда вложим, соответственно, больше надбавленная стоимость. Онлайн-трансляция. Онлайн-трансляция планируется. Постараемся доорганизовать качественно. Посмотрим. В принципе, онлайн-трансляция было бы вообще идеально организовать онлайн-трансляцию, которая будет сразу переводиться в запись и, соответственно, потом меньше опять, понимаешь, например, тот же Sales Hub, он продает прямую трансляцию в том числе. А если все это организовывать, и на кого это ляжет? Кто-то будет должен покупать, значит. Вот, тогда и будет качество. Бесплатно ничего не бывает. Просто определить там трансляцию, $100, хотят, сидят, смотрят, что. Ну, а как еще? Это что, на те $200, что должно лечь? А люди будут организовывать интернет. Я поэтому и говорю. То есть, ну, не, надо говорю, это говорить, понимаешь, надо в цвет говорить. А ты как-то все стесняешься, что тут деньги, там, всем деньги. Фотограф денег стоит, все денег стоит. Из-за этого, если бывают вот, друзья, например, которые классные специалисты. Так, что-то у меня интернет вылетел. Нормально, я слышно? Отлично. Вот. А если нормальный специалист, бывает так. А бывает, что, ну, нет, например. Таких людей надо денежку платить за это качество.
Вот, а ты видео бесплатно раздаешь, понимаешь? Вот и получаются такие проблемы. А так Может проще быть. нанять людей, ё-моё, там, с людей взять за видео эти, там, я не знаю, там, по 10 долларов, по 20. И, соответственно, нормального нанять и всем хорошо. То есть Не, ну надо... я тебе просто объясню, потому что, ну, лично мой подход к тому, что это организовывается, по сути, как бы участники мероприятия сами оплачивают это все. Просто это все Не, организовывается. ну это круто, я не То есть, спорю. Я тебе просто присылаю. честно, лично я бы не очень хотел, чтобы потом кто-то сказал, что вот ребята Amazon Forum Львов себе придумали Я тему, понял, я зарплату. понял. Но еще раз говорю, бесплатно фотограф или видео там, опять сидеть за пультом, там, настраивать видео, все это выстраивать, это денег стоит, это не бесплатно. А люди, А с которые другой туда стороны, приедут в офлайн, как в Минске это послушай меня, сделали. а люди, Тот которые фотограф, приедут, который... смотри, люди, которые приедут в офлайн, они с какой радости должны оплачивать качественное видео, вот эти все вещи, понимаешь? Им это не надо, они там побывали. И за это должен быть какой-то баланс. Не то, что там деньги или счет, ну какой баланс. Вон, и вы с интернетом, беда, вон люди пишут еще там. Потому что это же все-таки не какой-то там бизнес-центр. Так что много моментов, надо это понимать и об этом говорить. Вот, то есть это надо понимать, об этом говорить нормально, потому что так по-другому никак не получится. Вот, из-за этого вы должны найти баланс между качеством и стоимостью, потому что то, что вы делаете, это именно для сбора всех вот этих моментов. То есть люди офлайн приехали, а все остальное, вот это дополнительно, надо подумать, как это сделать, чтобы не вешать на плечи. Опять же, а не факт, что ты найдешь, ну то есть сейчас пропиарятся, может быть там 10 фотографов придут, видео там, кто делает, а ты как его определишь, он классный, понимаешь? Так что тут... Ну это как по портфолио всегда определяется, грубо говоря. Ну, да, Покажи конечно. свои работы, и так оно и дело. Ну опять-таки, еще раз, время еще есть, слава богу, да, оно, конечно, пролетит очень быстро, но в любом случае мы это время будем использовать для того, чтобы максимально качественно подойти ко всем этим вопросам сопутствующим. Согласен. В рисках с интернетом не очень. Готов поспорить. С интернетом-то все хорошо. Раньше было, да, года два назад была проблема. Сейчас вот, вопросов и не возникало. Сергей Я тоже еще один. самое. Отдельно я еще этот вопрос уточню. Ну вот Сергей как раз и говорит, что это стоит денег действительно, потому что это организовать надо, это труд. Просто действительно труд. Не просто так. То есть я понимаю, сколько это сил стоит. Вот. Ну и да, классно найти профессионала, который хочет пропиариться. Но не факт, что таких найдется, понимаешь? Вот, из-за ну, этого... в Минске повезло, я понимаю. Не знаю, это у Дениски спроси. Если Минск его привезти, гораздо проще, чем в Саратове, это точно. 100%. Те люди, которые там есть, может, они кого-то посоветуют. Ну, так что там было все классно. Организовано все нормально. Да, Минск бомба. То, что рассказывали, люди очень и очень довольны. Ну, супер. Так, что у нас? Пока что вроде вопросов больше нет. Ну, сколько да. мы уже с тобой общаемся? Ну, как обычно. Больше часа. Час с копейками, да. Я думаю, все какие вопросы были, мы раскрыли. Какие да. будут вопросы еще, мы сделаем здесь отдельный пост, можем к видосу. Я думаю, к видосу будет более полезно, в шапку. Кинешь мне всю информацию, в шапку всю закину. Я, в принципе, уже закинул название видео, закинул, соответственно, или как его звать, адрес странички вашей. Сейчас тут хэштеги еще наставлю, чтобы если кто там специалист по поиску всех этих делов, пусть через хэштег ищет. Да, хорошо. Мы тогда, в принципе, что, заканчиваем, да? Да, давайте я думаю... еще... 5, давай 5 минут, чтобы... Да, последний может... вопрос, кто там что уточнить, может да. быть. Может, что-то мы забыли, потому что, я думаю, информация донесена. На YouTube-канал я сброшу, кто смотрит записи, это основная масса. Сейчас в любом случае посмотрят, еще будет... Будут еще вопросы. Какую тебе информацию нужно скинуть по поводу этого? Я не знаю, сам смотри. Просто вполне возможно достаточно этой ссылки на Facebook страничку или там на что? На ивент, вот эта страничка. Там ссылки я тебе в личку кидал. Вот. Из-за этого я говорю. Есть, я могу продублировать. Это вы перед Черной пятницей? Нет. Сегодня, Саш, мы собрались по поводу Львовского нового форума.
Вот, по Черной Пятнице я... Львовский форум Карпатов. Львовский, да, я тоже спросил, почему Львовский, потому что Львовский. Мы решили просто, знаешь, вот этот Amazon Forum Львов, он уже стал ну, таким, как бы можно сказать, брендом достаточно. Потому что люди много кто хорошо помнит то, что как это было в июне, у людей очень приятные воспоминания. Мы, в принципе, решили, что будем придерживаться этого бренда, да, он уже, в принципе, ну, в какой-то степени узнаваемый, известный, поэтому решили, что будем держаться как-то так. Да, по поводу спикеров. Кто видео посмотрит, кто может рассказать действительно не просто именно о привате, дропе, онлайне, там еще и что-то, то есть именно, может, какие-то темы предложить, действительно, которые будут интересны абсолютно всем что-то вообще. Новое. Да, что-то самое новое. Да, что-то новое. Обращайтесь ко мне, вот, я сведу, если вы не найдете. Вот, так, в принципе, никаких проблем. Кстати, давай я на тебя сейчас ссылочку еще скину обязательно. Что-то я... Да, скинь на меня ссылку. Да, сейчас на тебя еще ссылку скину. Пусть поделишь. Да, чтобы этот вопрос не было. И на Мишу тоже можешь скинуть. На Мишу скину. И на Колю скину. Сейчас все будет. Так, что-то мне научили. Так, хоп. Так что. Что-то не хочет тебя. Что, не хочет меня это тегать? Да. Ну, надо, как обычно, там забивать. А ты попробуй по-английски. По-английски, по-моему, хотя на английском все написано. У меня написано и на украинском, и на английском, и на русском. Написано Коля. В зависимости от версии. Я вот этого еще. Такого, короче, у меня не читается. Ну ладно, не судьба, значит. Ну вот тебе вот Настя Григорович скинула. Если может, ну да, хотя не знали, там можно будет скопировать. Смотрю. О, Настя протегала нас, Миша. Спасибо, ну, все, Настя. Да, кто специалист в Фейсбуке, я еще тот специалист. Вот, так что. Ну да, видишь, группа у тебя. Ну вот, она по наитию, понимаешь, все это. Я говорю, даже аккаунта нету. Просто нету. У меня вот этот аккаунт, он просто, ну, как бизнес, я не знаю, как назвать это. Я ни в одной социальной сети же нет. Я просто не социальный человек, как никогда это не было. Ну, с одной стороны, не социальный, но с другой стороны, в принципе, в социуме ты играешь достаточно такую большую роль. Ну, время, очень много на это трачу. Я просто загнанный человек, мне это очень нравится. То есть я как этот фанат дела, так скажем, больше. Наверное, так будет правильно сказать. Чем, например, специалист этого дела. То есть я в этом... Если бы я, может, разбирался бы, я, может быть, конечно, сделал что-то более такое правильное. Ну, смотрю просто, слушаюсь, прислушаюсь. Пытаюсь сделать, чтобы... Так скажем. Я, короче, делаю так, как я думаю, что было бы круто. С другой стороны, есть свои плюсы и минусы в этом. Минусы в том, что я не могу делать профессионально, от того, что от своей убогости. Но зато я делаю нестандартно, не так, как другие, потому что мне не от чего отталкиваться. То есть вот плюсы и минусы, так что я вот так это вижу. Ну, я не могу сказать, что что-то непрофессионально. Мне безумно как бы нравится, проект очень хороший. Единственное, что как-то иногда бывает очень большой поток информации. Знаешь, особенно когда на Амазоне какие-то изменения, сразу куча вопросов. Ну, я, видишь, пытался группы раскидать, все равно тяжело их вести. Но я говорю, я с одной группой не справляюсь. Потому что, ну, в основном моя задача продавать товар на Амазоне. И я не люблю печатать. Я вот одно время, когда я начинал, я старался очень много контента. То есть я очень много сил тратил на то, чтобы интересно людям было. Потому что я же приглашал людей. На начальном этапе меня очень многие проклинали. Вот. Ну, потом как-то перестали вроде. Потом сами стали приходить. То есть я где-то вот на несколько тысяч набрал. Вот. И люди стали сами приходить. И получается так, что... Ну, не дано мне, я не могу печатать, я не могу писать. То есть, меня неправильно понимают, то есть, вот эти вот вещи не могу, не мое. Из-за этого я стал, вот я думаю, какой формат, я вот с того года, я, по-моему, с начала февраля, как раз января-февраля начал вот эти лайвы вести. Я искал формат, который был бы всем интересен, вот, и который мне понятен. Потому что я на YouTube давно, у меня куча каналов там было разных всяких. Мне это достаточно просто. Вот, ну, и как-то так оно и идет, на самом деле. Не, ну лайвы очень классные. Если более твои лайвы, они, в принципе, известны.
достаточно, и постоянно какие-то гости очень интересные. Ну, я, видишь, как собак Павлова, пытаюсь, это самое, чтобы вот время, расписание было. Понедельник, четверг. Сейчас вот 20:00 было, сейчас 21:00. Чтобы попозже, чтобы и спать люди легли, грубо говоря, кто-то с работы пришел. Так. Ну да. В принципе, что у нас ну еще? Ну что, да. Я думаю, что можем заканчивать. В принципе, вопросов больше нету. Да, да. Кстати, вот трафик, СММ. Вся дополнительная информация будет на странице. Любые спикеры, да, о чем мы говорили, вот трафик, СММ, да, вот эти все вещи, очень интересно. Это именно спецы, у которых вообще никакого отношения к Амазону, в принципе, нет, но которых можно там использовать. Да, есть у меня там люди там по Фейсбуку, Инстаграм, Shopify, то есть вот это все разрозненно, посмотрим. Сразу хочу сказать, что по поводу того, если спикерам каким-то будет отказано, пожалуйста, не обижайтесь, потому что мы стараемся не перенасытить информацией форум. Потому что информации будет очень много, и опять-таки надо, чтобы эта информация была воспринята, да, а не просто прослушана. То есть там 4, максимум 5 спикеров в день, нет, 4-5, ну, грубо говоря, 4, максимум 4 спикера в день, например. Потому что как во Львове это было, там с 10 утра и до 7 вечера это было, жесть. Ну да. Мозги, честно говоря, заворачивались, причем так достаточно жестко. Информация была немерена, и причем вот эти вот все модели, знаешь, и дропшиппинг, тут PL, тут арбитраж, тут тот, все тут и так далее, то есть это... Ну, я тебе же формат самый интересный, я тебе уже сказал, как я считаю. То есть это выбрать самых интересных спикеров, посадить и в конечном итоге добить ими последними вопросами. То есть как раз их раскачать, какой-то день выбрать, вот, это было бы супер, мне кажется. Ну, я помню об этом, посмотрим. Что-то нам будет интересно придумать. Опять-таки, все еще зависит от расписания, потому что все-таки надо будет выбрать, да, или кого-то поставить интересного спикера, да, то есть там 2 часа или 1,5 часа. Или это занять его. Ну, опять-таки, это время еще есть, это все еще будет шлифоваться, это все будет еще обрабатываться и так далее. Соответственно, это все будет еще на более там поздних этапах уже выясняться, как это все будет. Все понял. Ну, вопросов больше нет, я думаю. Да, да, буду рад пообщаться. Всем удачи, всем пока. Да. До новых встреч. Да, все, всем пока, всем хорошего вечера. Да, уже вечер. Все. Все. Все, пока, пока.